Привет, это новости спорта в студии Майя и Егор Погодин. Здравствуйте. Вы, наверное, думаете, что я зажрался. Работа, дом, качалка, диета, чтобы в кадре нормально смотреться. Пьянка по пятницам с одними и теми же друзьями. В жизни по одной и той же всем стараюсь. Я не могу так больше, понимаете? Егор, скажите, что вы хотите получить? Я хочу людям помогать. Искренне. Я тобой горжусь. Спасибо. Вы очень хорошие люди. Я себя почувствовал живым. Ты что, забыл, что у нас эфир? Прочий мир. Все. Останавливаем точку. Я отстранен. Без того непрочный. Я жду ребенка. Скоро перестану вмещаться в кадр. На что будем жить? Срочными. Сама виновата. Телефонами и почтами. Сама выбрала снова себе такого высокодуховного мужа. Должно ли благополучие твоей семьи становиться жертвой твоего благородства и служения людям? Просто немного свети. Мне кажется, что мы вообще чужие люди. Просто немного свети. Ты ездишь в больницу почти каждый день. Ой, а что не заходишь? Просто немного. Только не думай, что это потому, что ты такой хороший. Она думает, что я помогаю не потому, что я хочу помочь. Скажи правду, Егор, я все прям. А потому что я хочу сделать хорошо себе. Свети. Просто много свети. Егор. Свети. Уходи туда, пожалуйста. Егор. Егор. Просто немного свети. Егор, ты говорил мне, что ты себя нашел. А мне кажется, что ты себя потерял. Просто немного